В муниципалитете возобновил свою работу волонтерский штаб «Единая Россия». Сейчас в нем около 20 активистов. В день поступает примерно 5 обращений. Заявки в основном от людей старшего поколения. Как рассказал заместитель руководителя местного отделения молодой гвардии Айбек Муинджонов, это намного меньше, чем весеннюю самоизоляцию. Помогаем гражданам оказывать адресную помощь, приносим продуктовые наборы, продукты из магазина, лекарственные препараты. Поздравил с днем волонтеров. Неравнодушных людей из Ленинского городского округа депутат Московской областной думы Владимир Жук. Волонтер сегодня вот наряду действительно с врачами, это вот герои нашего времени. Поэтому мы сочли необходимым собрать из Ленинского городского округа, поздравить их с этим праздником. Сразу после поздравления активисты отправились по адресам местных жителей с продуктовыми наборами. Одинокие пенсионеры Иван и Галина Сычевы постоянно обращаются за помощью в волонтерский штаб с разными просьбами. Благодаря активистам была решена проблема с благоустройством дворовой территории. Они забыли про наш дом. Ну вот обратилась Галина Михайловна, позвонила нам в общественный прием. Забыли, говорит, вчера позвонили, он вечером 6:30 приехал. Что у вас здесь делать? Темно уже, я... Да вот смотрите, вот разрыли все, вот, и все, кабель поменяли. Бытовые вопросы, доставка продуктов питания, лекарств, а в случае необходимости волонтеры готовы оказать психологическую помощь и поддержку. Мы хотим вас еще раз поздравить с днем рождения, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов вам. Берегите себя, главное. Удачи в вашей такой большой работе, которой вы помогаете нашим людям, которые нуждаются в этом сейчас, в данный момент. Обращаются люди к нам, звонят с просьбой оказать помощь. Отрабатывается, естественно, каждая заявка. И вот именно вот это взаимодействие и партии, депутатов, органов власти и торгово-промышленной палаты, как наших спонсоров, оно дает вот эти результаты, то есть люди не остаются без помощи. В свой профессиональный праздник добровольцы продолжили отрабатывать заявки, поступившие в волонтерский штаб. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.